Внимание, расчету приступить к выполнению боевой задачи. В основном мы работаем с радиотехническими войсками, и информация приходит от них. Плюс наша машина тоже в состоянии обнаруживать цели на близких и дальних дистанциях. Если цель в пределах видимости, то нам докладывает об этом наблюдатель с поста визуального наблюдения. Координаты цели, ее азимут и высоту. После получения информации от наблюдателя мы отрабатываем по цели зенитными автоматами либо ракетным вооружением в зависимости от принятия решения командира. Сам же наблюдатель после того, как передаст нам информацию, отрабатывает по цели переносным зенитно-ракетным комплексом. Я считаю, что каждый военнослужащий должен выполнять задачи по охране своей родины стойко и смело, оберегать ее рубежи. Восток 1, Востоку 2. Прием. Как слышите меня? Обнаружила исходящая цель. Высота 2000. Как приняли? Действовать по ранее поставленной задаче. Задачу понял, выполняю. Есть цель. Выдаю ЦО. Есть на поиск. Второй самостоятельный поиск цели в круговую. Дальше понял, выполняю. Захват по первому каналу. Азимут 155, дальность 3700, высота 4, скорость 45. Цель по первому уничтожить, пуск. Есть.